Располагайтесь поудобнее, это значит территория БРМ, все как обычно, все как всегда, и сегодня мы с вами поиграем. 10-я, потому что именно она раздавалась по подписке на Xbox, а почему бы не использовать возможность, если она, как говорится, присутствует. Пока смотрите, какие крутые вещи происходят, боже мой, вот это я понимаю люди, ну точнее не люди, вот это я понимаю настоящая борьба, не то, что я тут могу устроить. Просто чтобы вы понимали, последний раз я проходила Mortal Kombat в году, так это в 2012-м. Какие они все красивые. Прям вот сразу видно, да, насколько культовая игра. Десятки героев, тысяча косплейщиков и миллионы последователей. Прям как у меня на канале. А, ой, боже мой, икс, конечно, нажимаем, сына не получилось. А, все, это битва? Боже мой. А, еще кнопки надо вспоминать. Батюшки, подожди, я хотела ролик до конца посмотреть. Ой, я ёшеньки, опять я перепутала все, меня, пацаны меня бьют. Ага, а вот тут, но я не успел, ты меня, скотина, на тебе, пожалуйста, по печени. Давай, теперь я угадаю, все, теперь я... Камеры пока нет, можно смотреть на геймпад. Мужчина, у вас хорошо накачанные икры, могу вам сказать. А вот со зрением, походу, плоховато. А, вот это как раз-таки, мне кажется, да, Саб-Зира? Игорь, где он? А вот он. Опачки. Шпагат-то у меня отменный. Ай, башки! На вас опять посмотрелась. Боже мой, без камер какие-то страшные вещи творятся. А вот она. Опачки. Так, по коленка бей! Блин, надо контрдар уже прокачивать. Хреново, нет, только не это. Ух ты, ни хрена себе. Ладно, классный. Блин, капец, меня сейчас завалит. Да хрен себе. А, нет, ни хрен. Ой, боже мой, мне это нравится! Что-то я локтем двигала, да куда двигала, зачем двигала? Есть! Сверяли сывы! Не, ну так, конечно, нельзя делать. Блин, я почти у меня все получилось. Так, а если я поочередно это все буду нажимать? Ну давай, мы его почти победили, мы почти на равных, скотина! Да? Скажи, yes. Господи, верните меня домой, я больше не хочу. С меня хватит на сегодня. Самое забавное, что когда я начинаю перебирать кнопки, знаете, вот именно вот как бы пытаясь хоть что-либо из этого вынести, то у меня практически ничего не получается. Когда у меня начинается просто какой-то микс, так скажем, кнопок, когда я просто нажимаю все подряд абсолютно, и чем быстрее, тем лучше, то что-то из этого, да, выходит. Ну, например, не сейчас, конечно, но... Итак, АСМР немножко кнопками... Да куда ж ты так на меня? Ты классный, я верю. Нет. Сейчас запою высоким тонером. А, хочу выйти в главное меню. Хочу одного игрока и хочу тренировку. Мне кажется, что в оригинальной версии у него был не такой черный до блеска, но при этом с матовым оттенком лоб. Он стал более гламурным, мне кажется. А, Джакс. Йоу! Ой, прости, ты такой классный, что я даже пальцы перепутала. Так, с кем я буду драться? Кто мне нравится? На кого я, значит... Вот, я буду с Ермаком. Ай! Да. Все, простите. Значит, что у нас есть? Двор Императора. У нас есть перекресток, дорог между мной и тобой. Это же обучение. Ты же не будешь меня просто бить и уничтожать, правильно? Ты же меня сначала научишь, а потом я всему научусь, как говорится. Буду послушно выполнять и слушать все абсолютно твои советы, а потом как? Ты ничего не будешь делать, да? Или как? Так, ты стой, ты на месте, и тебя никто не просил ничего делать. Так. Батюшки мэру, не счастью мне. Ай, боже мой, фаталити, почти фаталити, хреналити. Как красиво, вот это я понимаю, классно. Шаг вперед, шаг назад. Не настолько. Присядь, хорошо. Подпрыгни. Нанеси с обзора быстрый удар с руки. Опачки. Есть. Мощный удар. Есть. Вверх, Y, вниз и Y. Нет. Вверх, Y. Нет. Вверх, Y.
Да нет, вверх, Y, вниз и Y. Задолбал ты, вверх, Y, вниз и Y. По печени, по... А, это же наших бьет, черт возьми, а че я радуюсь-то? Я не пойму, кем... А, я Кутальткана, тьфу ты ее просыта, я за Кана, думаю, сражаюсь. По-моему, я делаю все правильно, да? Уху! Бабка вообще бедная, я в шоке, когда он ее схватил. А, нет, нет, только не бочка. Ой, не то нажимаю, батюшки. Они слишком быстро говорят. Если бы я была в их отряде, я бы была бы самая тормознутая. Я бы сказала, что? Тебе налево? Куда? Что-то я ничего не поняла. Повторите, пожалуйста, еще раз. Кость, вот это я понимаю стелс в играх. Жалко, кустов не хватает редких, как секира. Вообще было бы незаметно. А, я опять с Абзира дерусь, а я с Кассандру смотрю, думаю, твою мать, что ты не реагируешь? Я что-то вечно путаю свои, серьезно. Что со мной сегодня, а? Все, я теперь знаю, что я с Абзира. Ой, какая миленькая ульта. С товарищами веселись, а не груби начальству. В чатике веселись, но стримеру не груби, а. Ах ты, зараза, ты это еще хитрый. Нет. Во всех смыслах этого слова. А, подожди, я хоть за... Да, я за Кунди. Все, я... Нет, нет, ай, ой. Да ладно, где твоя тяга? К любопытству, действительно, так, чтобы тебе руку оторвало, в конце концов, из-за этого. Ищешь приключений? Получишь сполна. Получишь слона. Я летаю везде, мне хорошо. Ай! Ого! Хорошо, мне нравится. Они мне просто все падают, и все, им, в принципе, нормально. Классный, ты классный. Я не против! Самая приятная часть бит. Перед первым фото и последним прошлось там сколько? 8 лет. Женщина могла немножко подразбухнуть. Допустим, я это представляю себе. Ну, руки у тебя ж не потолстели. Ладно, там у тебя, ну, там, допустим, появился где-то лишний вес. Ну, ничего страшного. То есть, вообще, то есть, вот к чему это все? Я бы хренам убрала вообще все с головы. Вот эти вот непонятные очки пилота, вот эту непонятную тюбетейку на голове, распустила бы ей волосы, к хренам убрала все бы с шеи, оставила бы красные, допустим, полосы с вот этими вот чашечками, пускай будут. Можно было оставить наплечники. Дальше вот это все оставить, вот эту красную ткань, чтобы она и закрывала спереди и сзади. Пускай... Да, кстати, можно было оставить красную ткань, все. Дальше наколенники и ботинки. Все. А, она еще и постриглась. Ё-моё! Можете тогда шапку оставить? Нет, лучше шапку уберу. Ладно, хрен, пускай она будет постриженная. Нарастим волосы, ничего страшного. А, здесь уже есть волосы. И как понять? Ну вот, вот нормальный ее вид. Нет, не нормальный. Это опять какая-то... Понимаете, тут даже текстуры прям дермантина какого-то. Дермантина. Механика это, конечно, круто. Механика это, конечно, здорово. Я училась на механике. Я ездила в свое время на механике. Но я ненавижу механику. Механика для меня это самое страшное вообще, что может быть. Я понимаю, что с одной стороны, как всегда мне говорил отец, что именно механические машины позволяют тебе понимать машину, чувствовать ее. Но мне кажется, что с машинами мне не очень. И что если будет против них восстание, то на стороне машин я никак не окажусь. Зуба ромашки. Ну, чай, в принципе, травяной, и так полезно пить для организма, чтобы вычищать всякое, прости господи. Вопрос в другом. Вот эти все... Мне не нравятся вот эти все сборы ромашки, клубники и корни лабрадора, потому что у них отвратительный запах. Ой, просто их невозможно пить. Я не знаю, как вообще, вот вообще природа. Вот если ты все делаешь на благо человека, нахрена у этих растений в сухом виде, в виде чая, такие отвратительные вкусы. Это же вообще пить невозможно, серьезно. Я лучше целый день на воде посижу. У меня просто, я прям, я себе реально, вот я одну неделю все старалась прям на травяных чаях сидеть. Господи, боже мой. Я потом, когда выпила растворимый кофе, я благодарила вообще тех химиков, которые создали это дерьмо, напиток. Ну какой он божественный оказался на вкус. У меня просто не такое настроение было вообще, прям просто, ну, твою мать. Либо стримить, либо уезжать в Сибирь.
О, господи, ретрансляция, вы серьезно? Только не это, пожалуйста, я не знаю, что говорить вообще. Здравствуйте. Я сейчас начинаю сильно смущаться. Господи. Да тут до хрена сейчас будет новеньких. Спасибо вам огромное, ребят, спасибо вам огромное. Господи, у меня сердце бьется так, что у меня вылетит вообще. У меня никогда в жизни столько зрителей не было, господи. Что происходит? Я не успеваю вас читать, первый раз в жизни у меня чаты, я не успеваю никого читать. 1500 человек, вы что, серьезно? Летвик, спасибо тебе огромное за рестрим, правда. Это просто... Охренеть вообще. У меня правда не находится слов, потому что это было безумно неожиданно. Я вообще никогда не думала, что меня кто-то зарестримит. Спасибо тебе большое. Я не знаю, конечно, кто ты, но дай бог тебе здоровья. И всегда в наличии у тебя в ящике на кухне чайных пакетиков Эрл Грей. Они самые классные, я считаю, что в жизни они самые крутые. И спасибо вам, ребята, всем огромное, что вы зашли и подписались. Я немножко сейчас в шоке. Но, вы знаете, 17 августа — это не только теперь день рождения моей мамы, собственно говоря, с чем я ее планирую в скором времени поздравить, когда она проснется, но и день, когда у меня первый раз в жизни было 1500 человек на стриме. У меня сейчас, по-моему, заглючила камера. Твою мать, нет, так не сейчас, блин! Продолжим диалог. Знаете, если сегодня... Если бы сегодня была пятница и сегодня было бы 13-е, я бы не удивилась. Простите, пожалуйста, у меня сейчас будет немножко настройка камеры, черт возьми. Иди сюда, подожди, дайте, я обниму, хочу. Хочу обнять тебя, очень сильно обнять тебя хочу, сестра моя! Блин, скотина, она прям не подается. Я не умею делать ульты, поэтому просто ура, она упала. Блин, он круто дерется. Слишком круто! Я расслабилась, ладно, я просто расслабилась. Давай, давай! А, нет, не поймал меня! Ах ты, скотина, блоки, блоки. Есть! Наконец-то, господи, зашла, боже мой, пошла порох пороховница. На! На-на-на-на-на! Получи! А, нет! На! А вот так? Как тебе? А внимашки будут? Да пошел ты нахрен, а! Нет, ты мне уже, мужик, не нравишься. В натуре ты какой-то мутный. Против лома нет приема. Ладно, хорошо, есть. Так, я же за качка, да? Я качок вообще внутри себя и в жизни. Господи, спасибо вам большое за подписку. Дай бог вам здоровья. Ой, какой он классный, он мне нравится. Ой, нет, он мне не нравится. Шляпа твоя сраная. Где ты нахрен с ней, с этой шляпой? Ай-яй-яй-яй-яй, тебе не стыдно вообще? На, нет, а ногой? Ногой фирменный, опачки. С коленочки. Супер, ты была вообще классная, Синдл. И прическа у тебя супер. А знаете, кого напоминает? Помните 101 на Далматинец? И там вот такая была женщина, такая вся такая черно-белая, вся такая укладистая. И вот, в общем, мне кажется, что они родственницы. Ай, нет! Подожди. Расстояние, ты знаешь, оно делает нас лучше. Ах ты, падла-шмадла, а? Блок ставим. Блок! Опачки, не тот блок. А вот теперь по нижней, а теперь по верхней, а вот теперь вообще по яйцам. Это было больно. Подруга! Не бей мужика. Нормально у тебя прическа? Китачка моя хорошая. Я так про тебя недавно говорила. Да ладно. Прохладно, блин. Ах ты моя красивая. Ты моя любимая. Нет. Обнимашки, давай обнимашки. Ты, я знаю, что тебе хочется обнимашки. Да блин, давай, не подойдем, не ссы. Мне страшно, а тебе должно быть не очень. Ты же мужик. Ладно, она сейчас упадет и все. На! Давай. Как у тебя там вообще, а? Живой еще? Ладно, слава богу, что у тебя еще ульты нету. А, нет, нет. Нет, 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 мы до... Смотри, тут еще книжки рядом. Может быть, давай побеседуем вообще. А, смола там. Прости, вместо книжки перепутала, достала не то. Ну ладно, она, в общем, устала и упала. Ху-ху-ху! Выпусти меня! А, мы в прошлый раз, да, мы дрались на этой площадке, но мы просто дрались за Топ-Зиро, а теперь поменялись местами. И пока удача не на моей стороне, она как бы здесь где-то крутится, пока курит сторонки. Ай! Не крутите руки!
Да, блин, ну серьезно, мужики, ну не, не надо уже, давай мириться. Мы же с тобой одной кровью, как говорится. Yes. Я, знаете, что самое классное? Я под конец игры реально же распробовала ее. Я прям сейчас, знаете, уже в процессе боя, я понимаю, так, а можно эту комбинацию подключить, эту комбинацию? Ну, понятно, что когда мне прям конкретно лещение наваливают. Ну, в общем, вот это я понимаю, что скилл-то повышается, скилл-то объем-то увеличивается. Мне, кстати, понравилось сейчас с этим играть. Электричество все-таки, я поняла, что мне с электричеством я на своей, но короткой волне. А вот с этим я не буду на короткой волне. Что ты делаешь с мужиком? Господи, боже мой, ну если ему нужно похудеть, он и сам с этим разберется. Зачем ему паровую бочку устраивать? Не стыдно вообще? Так, понятно, баба, мы с тобой не очень начали. Будем исправляться. Ермак, вот тот момент, когда тебе нравится плохой герой, но ты вроде должен болеть за хороших. Давайте победить дружба. Я думаю, что это будет самый отличный вариант. Да пошел, да как же вы задолбали меня вместе, двое одного, и так нечестно. Ну ладно, допустим, это мы возьмем на твой счет. Аж как тебе вот это? А вот так? А? Да кто бы сомневался, что ты такой классный. Твой сучок против моего сучка ничего не стоит. А, это сингл вот как раз-таки, да. Хо-хо-хо! Вот это был приемчик, простите меня, даже я не смогла... Не то чтобы мне понравилось, но решила повторить. Но оно и так, в принципе, круто играется. А она прям любит эти части, да? Она не скромничает по их поводу. Ой, и Китана классная, и Кэсси классная. Господи, кого же выбрать, я прям не знаю. Они все шикарные по-своему. Ай-яй-яй, как... Интересно, а у мужиков двойной урон наносит этот приемчик? Ну что об тебя? Значит, ты от... Ох, какой симпатичный. Мне кажется, что ему немножко пофиг. Вот совсем чуточку. Самую малость из тех, которые вообще может быть. Может быть, хватит вот это вот? Бам-бам. Да, у тебя там не очень внутри, согласна. Блин, у него еще ульта. Ё-моё. О, господи, боже мой, реально, вот здесь у меня руки отвалились. Просто капец. А-а-а. И сейчас такой сам. У них вообще кто-нибудь за один за частень на самом деле основательно умер или нет? Вот прям, чтобы он погиб в этой части и больше не вернулся. Не в виде призрака, зомби или еще какой-нибудь там фрактальной субстанции. Ну что, дамы и господа, на этой прекрасной замечательной ноте мы завершаем сюжетную линию Mortal Kombat 10, Mortal Kombat X. Мы победили всех наших врагов, мы стали самыми сильными. На фоне наших противников, кстати говоря, перед нами как раз-таки сейчас выступает Гор. Где-то это было сложно, где-то это было интересно, где-то это было очень увлекательно. Но мы подошли к концу. Завершение одного — это начало чего-то нового. Здорово, что начнется что-то новое. Ну, собственно говоря, на этом все. Вы молодцы, что терпели. Я молодец, что быстро нажимала кнопки. А с чего я начинала стрим? Ну что, на часик посидим. Часик. Четвертый уже идет. Поэтому давайте посмотрим прекрасные титры. Ну а у нас послетитровые кадры. Может быть, они будут самыми увлекательными. И под крутую музычку. Ну, собственно говоря, мы благодарим Webby Games за тот продукт, который они нам предоставили. Продюсера Викторию Сетиан, Питера Уайса, Амброзии Недеау, Брайан Кинг, Ян Чен, Эрик Лоселле, Ян Кларк, господи, одного русского имени, за кого гордиться, Эдвин Е,
Оливер Пербет. Пербет вообще конкретно не свезло. А, Тони Кэнон. Всем спасибо, вы все красавчики, вы все просто супер. Трой Бейкер был как озвучка. Рональд Бэнкс. Трой Бейкер нифига себе участвовал в озвучке. Джош Роэш у нас тут был. Спасибо тебе тоже. Алан Вилани, тоже благодарю тебя. Алекс Оррр. Ты классный, мы в тебя верим. Кто у нас тут еще был и кого же еще благодарить? Джоин Фанга мы тоже благодарим, Энди Бейкера. Вообще, даже несмотря на то, сколько я сейчас себе прочитала, представьте, насколько это огромная работа сделать игру, и какое большое количество людей принимает в этом участие. Какой-то большой труд, какая-то большая работа. О, Викторию Гавриленко я нашла, батюшки и матюшки. Это был кто-то из дизайнеров. Спасибо тебе огромное, возможно, ты даже русская, и это круто. Так что нам есть за кого гордиться. Можно я наконец себя вниз опущу, и мне просто так неудобно было в подвешенном состоянии находиться. Самое неловкое чувство это быть подвешенным. Даже не за веревку. Все, мы перестаем смотреть на этих людей. Спасибо вам большое. Mortal Kombat, да, все. Все.